Как встречают зиму в регионе, об интересных местах и традициях, спорте и развлечениях. Какой разнообразной может быть зима в нашей стране, рассказывают школьники, участники видеомарафона «Смотри, это Россия». В проекте участвуют и наши земляки. Из 4 роликов о Ямале один из Губкинского. Сейчас мы откроем взрослым секрет. Лучше для нас города нет. Еще и секретом хотим поделиться. Давно у нас Дед Мороз поселился. Весь он в заботах, всегда при делах. Нас понимают на всех языках. Онлайн-голосование за лучшую видеооткрытку идет до 20 декабря. Ссылка размещена на страничке телерадиокомпании «Вектор» во ВКонтакте.